Сам себе Магеллан, изведать мир, да мне тоже. Пошли границу! Разбегают эти штуки, и они с фламинго. Класс! Я знаю все оправдания. Давай быстрее нашего фламинго. Мы ждем. Моя фламинго. Класс! У меня есть фламинго. И такой красивый цвет прям вообще. Огненная вода. Дым из ушей, воду кувырок. Не верится, что дома был еще. И точно уж в реальность верится с трудом. Здесь очень красиво, но нам идти дальше. Ведь ноги даны не только на танцы. И все меняют деньги, а мы меняем карту. Наш семейный отель номер 303. Итак, туалет. И комната. Ну, пока порядочная теперь. Зеленый чемодан. Колесо в игре. Водички в квартире сутками убивали свой трафик. Здравствуйте. Вы так хорошо сели, вот так вот. Я просто быть в руках, сжимая пивные банки. Но мой чемодан открыл все границы, даровал свободу. Ведь с ним в любую стран, хоть и пешком, зато без визовый вход. Теперь мне в кайф зафотать свой фейс на фоне мест знакомых немногих. Где взять кэш? Лучше спроси себя. Пойдем, ребята. Короче, понял, у них есть ребята, чтобы звали Жаня. Ну, они так звали, поэтому ладно. Коня, мы потрогали его яйца. Через голову. Так красиво вообще, просто невероятно, везде хочется фоткаться просто. Супер, мега, да? Крутой год. Без границ и бумаг, без долгов и зарплат. Люди не поймут, зато ты понял сам. Однажды взял с собой зеленый чемодан. Обойти планету Земля, есть мечта. Здание парламента. Кстати, тут выключают свет после 12 часов, потому что очень уходит много денег на электричество. Год 3 миллиарда, да? Что-то типа того. Кстати, у нас здесь сейчас. Ох, эти блогеры. А мы поднялись на этот мост, переходим. Совсем недавно были вот тут, сидели рядом. Здание парламента. Красиво. И мост такой интересный, он неровный, такой вот с поворотом идет. Вообще, это классно, спокойно в городе, вообще просто. Ловим кайф. Это лайф кайф. Мы добрались поближе. Что-то птиц там очень много сверху. Смотрите, как красиво, просто невероятно. Нереально красиво. Ну, мы же не можем без приключений. Короче, мы сели на один автобус, он нас увез не туда. Потом мы, по-моему, в СМИ поняли, куда нам надо ехать. Сели на другой автобус. Сейчас мы ждем электричку, не знаю что. Но мы добираемся до отеля, нам осталось 5 километров. Это просто евротрип, что можно сказать. Доброе утро, Будапешт, день 2. Мы начинаем завтракать. Мы как обычно добрались. Много, но тут выбора, в принципе, вот совсем чуть-чуть. Привет! И это день 2. Мы еще в Будапеште, в термальном таком комплексе. Палада вроде бы называется, или как. Короче, целый день тусуемся тут, но мы это заришка, как будто с открытым небом. Очень круто, кайфуем. Много разных бассейнов и горки. Сегодня у них хата. Горки с той стороны, все так вот просто лежат на травке, загорают. Где такое можно найти в Беру себя? Нигде. Дремлэнде такого нет.
разные температуры в бассейнах каждом, какие-то анимации, вот, в принципе, вот карта. Очень классно, мы идем на выход. Что, мы уже вышли с нашей спа-релаксацией и отправляемся дальше гулять по Будапешту. Нас ждет дальше прогулка по Дунаю. Мы уже высушили волосы, выпрямили их. Тут, кстати, очень прикольно. Есть сушилка для купальника, в Беларуси такого я не видела. И пакетики везде лежат. Ну вот там. Ага, в парке вот такой классный фонтан. Еще была музыка утром, когда мы шли. А сейчас уже нет музыки почему-то. Все наблюдают на красоту. Пойдем. Как ваша фотка? Там, если что, обрыв. Она, короче, легла. Ленокин этот прав. Супер, ради фотки все что угодно. А именно так началась наша экскурсия по реке Дунай. Мы сейчас отправляемся смотреть прекрасные виды, с ним автобус нас ждет, Ханна тут и фэмили наш. Ребятки, Дима встречается, все давайте сюда. Что сделать? Что сейчас? Портит мне видео, конкретно. Скажи хоть что-нибудь. Ага. Лично меня это здание впечатлило больше, чем Эйфелевая башня, вот реально. Оно такое красивое, на него смотришь, оно просто нереальное. Эмоции не передать. Ну, как будто какой-то замок. Не знаю, это, ну, очень красиво, невероятно. Это нужно увидеть своими глазами обязательно. Любовь всех любовей к Будапеште и его мосты. Под каждым мостом надо загадать желание. А мы выезжаем с Будапешта. Приехали в Милан, и у нас сейчас будет заселение. Ждем свой номер, ключики, чемоданчики, все такое. Мы зашли в магазин вкусностей в Милане. И тут просто нереально, вот моя рука, вот чупа-чупс. Он такой огромный, просто не передать словами. И тут много всего классного есть. Мы зашли в фирменный магазин всего спортивного в Милане. И вот даже матч с автографами. Все такое красивенькое. Мальчика 90 евро, если что, стоит. Посмотрите, это Миланский собор. Невероятный, восхитительный, просто поразительный. Сейчас будем фотографироваться. Посмотрите, как тут красиво. А это все, короче, магазины. Где все дорого, богато. Thank you.
и нечаянно Эппловский фонтан. Не знаю, водопад, фонтан, что это такое. Короче, нашли и будем сфотографироваться. Красиво. Вообще, просто супер. Всем добрый вечер, а у нас тут вечерний Милан. Посмотрите, как красиво светится собор. У нас вечерняя прогулочка по ночному Милану. Смотрите, как же тут красиво. Просто невероятно. Здесь так солнце, это ехать 4 километра, 800 евро. 800! Вы понимаете, вы сюда дешевле доехали в 10 раз? Мы в Милане. Дома нашего, который да, здесь. Да, просто вызвали такси и офигели. Просто девочка приспустила два раза. Два. Ей показалось, она думала, что я пока ни хера не скажу. Даже на испанском спросили, что ли? Си-си, да, 800. Ну, мы в Италии, но она на испанском вот так вот. Мы уже позавтракали, снять это не успела, потому что мы спешили. Кто это, блядь? Я здесь. Напугают всякие. Короче, не успели. Блин. Не успели снять, потому что мы быстро опаздывали. И вот, в принципе, наш отельчик. У нас был 6-й этажик. Все такое. Собираемся ехать в Монако. Покажи сюда. Заебался, однако. Убери свои волосы. Волосы убери, не видно надписи. Вот это про Монако. Монако, мы приехали. У тебя лук ревелаж, короче, все, жизнь просто на максах, но... А что дальше? Класс. Чтобы тебе открыли бутылку. Монако, 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 заезжаем, однако. Дайте шуму немножко. Секреты были отсюда. Красный, короче, прятает. Ага, ага. Какая прелесть. Он еще и едет. Пропускаем, короче, его. А тут казино. Монте-Карло, самое фэшн. Он поцарапанный вообще, ужас. А мы оказались внутри казино. Фотка, как фишечка. Ага. Все, мы уходим, взяли каких-то брошюрок. Идем за магазин. Кайфушечки. Монаковские. Знаете, что мы немножечко дослушались музыки, и к нам пришла полиция. Полиция Монако. Прикольно, прикольно. Вот такой у нас пляжик в Монако. Что вот так? Монако, Монако, Монако. Отличная погода, однако. Это привет! Монако, Монако, Монако! Смотрите, и вообще все как солнце, и так просто невероятно, супер, мега круто! Они все говорят громко, и эта женщина тоже, в частности,
говорила громко, потому что когда они работают в лайнере, они друг друга кричат. Монако. Подходит к концу. И они все время говорят вот так вот. И она постоянно так говорит. То есть, ну, у него все время такой голос. Какую Барселону? И тут реально шар. Идем посмотреть наш пляж и все такое. Невероятно красиво. Обзорная площадка на Барселону. Косточки колонн, жертвы которых он пожрал, балкончики черепушки. Короче, у госпожи Батлё, которая была в отъезде во время реконструкции, когда она это увидела, случился микроинфаркт. Это 1906 год. Заселяемся в отель, у нас номер 64. Поснимаю, пока тут чисто и красиво. Ванная. Телевизор. Зеркало. Ну что, мы сходили на экскурсию по Барселоне. У нас вела девушка Маша, очень интересно, нам рассказала, показала. В принципе, это ничего сильно не запомнило, но нормально. Мы, блин, идем, и нас так соблазняют магазины, и их не скидки, просто дешево все так. Завтра у нас планы Молли и шопинг. А еще экскурсия. Всем привет! Доброе утро в Барселоне! И у нас завтрак. И мы, как обычно, все любим пробовать, все будет счастье. Гора Монсеррат. Поднимаем. The driver down a dead end street till I let another dragon fly. Gonna sip another off her feet. Oh, I'm tripping off a sinking ship. I'm about to drive another one. А кто это у нас тут? Попугайчики? Поулетали все. Вон их сколько много. Сидят красавцы. Вообще класс. Собачка пришла разгонять. Ну что у нас тут за кап? На второй день мы наконец-то покупались в море. Это так прекрасно. Сегодня такой трешовый день просто на этой горе. Не писать эмоции. Это круто. Как-то салют рано запустили, еще светло. А уже салют. И это Барселона. Жаркая Барселона, просто горячая. А у нас тут уже вечер. Все сидят на пляже, чилят. Блин, это круто вообще. А мы только что купались. Хо-хо. Да-да-да. Вечерняя вечеринка.
Доброе утро! Барселона, третий день, у нас заключительный. Сегодня так жарко, красный уровень опасности. Мы пока идем, куда мы идем? В парк. Вот. Идем в парк, потом Бразилия мешает, потом в собор и потом на пляж. А еще по магазинам надо успеть. Мы как-то так быстренько пришли в парк, гуляем. Купились по дороге такие штучки, чтобы обдувать себя в такую жару. Сегодня оранжевый уровень. Угу. Красота. Нашли красивый видок. Кататься на лодочку, спальни. И утки сбитаем. Вообще классно. Да. Что у нас тут? А у нас тут арка. Угу. Все, мы встретили своих ребят, вместе идем к собору. Знаете, что мы пришли? 3 километра хоть бы по жаре. И мы на месте, и любуемся видом. Как раз там, зеленый свет, мы идем. Очень жарко, у меня просто руки вот с капец. Поехали мы просто по магазинам, что-то пока нас не устраивает в магазины. Зашли к фирменный гигантский магазин Найк. Но цены такие себе, как, ну, мне кажется, очень понравились, 100 евро. Ну, типа, у нас тоже можно что-то купить. Летние грандиозные скидки. И мы недавно только пришли на море, первый раз откупнулись. И чуть с покупочками, кстати, сегодня у нас был, типа, день шопинга. Ну, такое прям с экстримом. Заехали туда, где Louis Vuitton и всякие такие штучки, которые нам не нужны. Сейчас покупали, все хорошо. Ресторанчик, заказали паэлью. Наконец-то будем пробовать морепродукты, рисик и все такое. Вкуснятинка такая. И уже скоро отправляемся в Ниццу. Да-да-да. Всем привет. Мы во Франции заехали, короче, в Фрагонару. Это у нас тут духи, настоящие французские. Их магазинчиков и заводов всего 5 во всей Франции. Короче, уже с покупочками. Всем привет! Понятия не имею, какое сегодня число, какой сегодня день недели, какой сегодня вообще что. Утром мы прибыли в Ниццу, отправляемся на пляжик и ходить по городу, смотреть, что как. Красота и, как обычно, жарко, как и везде, в принципе. Зашли в Ниццу магазин, а тут одни овощи и фрукты. Чисто ничего такого больше нет. А? Патата фри? Картошечка. Так красивенько все разложено. Море, моречко! Такое прекрасное, цвет бирюзовенький, прям как колоночка, в которой мы плаваем. И слушаю музычку, но пока снимаю, музычку нельзя слушать, потому что на моем телефоне она включена. Минут 45, плюс-минус. Вот до 8 работает водопад, хотел бы у вас на водопад попасть. Обычно я вывожу примерно в это время, где-то 17.45. Вот. Но если мы хотим зайти еще в магаз, то лучше сейчас выходить, потому что это тоже долгий процесс. Долгий процесс? Да. Что скажешь? Ты что, ушла от ответа? Вообще офигела. Скажите что-нибудь по происходящему. За мной? Следуй за мной, давай. Руку.
Такая Ницца. Все, короче, пришли в Ниццу на водопад. Пойдем. Так хорошо. А где остальные? Не знаю. Наверное, пошли. Смотрите, какой красивый вид на Ниццу. Вся как на ладони, вот просто. Побережье, город, отельчики. Там внизу водопадик, который мы только что фоткались и снимались. А просто прелесть. Туда сяду, меня кто-нибудь снизу сфоткает. Садись. Фоткай. Будем назад идти так. Давай, фоткаем. Что еще скажешь происходящему? Как водопад? Вот такой. Вот такой? Прям вот такой. Ну его не видно тут, конечно, но вот там вот людишки внизу видят. А нахрен хочется идти? А вид красивый. Очень просто. Там аэропорт где-то находится. Самолетики постоянно летают. Мы забрались на гору. Ницца. Высокая точка, короче. Красота. И вот еще красотка. Конечно. Поймали во всем составе. Итальянский табор гвакамоле в лучших традициях. 2019 год от Рождества Христова. Зайка наш Янчик. Евро 3, сдача шума. Молодцы, практически бесшумно. Просто супер. А он нам открывает винчик. Она ждет свой. Янка вот кормит, короче. О, мои открыли, все отлично. Спасибо. Контрабанда Евротрипс. Лезет по... Ян будет рассказывать про двух дурачков. Двух дурачков, которые шли по перилам, которые... Которые крышу не проломали, но дурачки. Ну, молодцы, они же с флагом прошли весь круг. Молодцы, вообще супер. У нас сегодня был ночной переезд, и мы уже заселились в отельчик, помылись, собрались, идем на ужин на Евротрип Фэмили, и тут Вадим. А вот, все таки идем. Несколько слов буквально нашей всей группе, только большой ради всего святого и при всем уважении. Мы на пороге будущего, сейчас очень важно приобретать, а не терять. Это мой жизненный опыт, и вы сами все с этим столкнетесь. Это правда жизни. От этого не убежать. Не стоит держать зла. Стоит лучше приоберегать друг друга и присматривать. Стоит верить друг другу и говорить чистую правду. Мы все здесь, и мне кажется, за этот маленький срок мы проехали с вами огромное количество километров. И это очень важный момент. За такой короткий срок мы это сделали. Мы проехали с вами почти 6 тысяч, это очень много, я вам скажу. Да, иногда было сложно, да, иногда было тяжело морально, потому что мы выходили из зоны комфорта, но с этим нужно смириться, либо так, либо вы ничего не увидите. В этом и заключается вся главная суть. Самое главное в этой ситуации оставаться людьми и быть преданным друг другу и настоящим. Ребятки, ради всего святого и при всем уважении, для меня большая честь то, что я был с вами в туре. Огромное вам всем спасибо за этот тур. Мы все очень сильно сплочились, я этому очень сильно рад. И загорели. Я вас всех люблю, честное слово. Ян, ты супер. Спасибо, брат. А мы тебя... Я хоть и проебал кроссы, но, блядь. Это самое сколько же лучшее. Всего случилось охуенного за это время. Надо переобуться, блядь. Спасибо вам большое, люди. Мокрые кроссы! Да лучше. Девочка задница, не хочу быть сегодня одна. Какая разница, не отвечай на меня. Можешь даже не набирать, можешь даже не набирать. И в чём горать, и в чём горать.
Иоанна. Но и стресс подбоем, как и Мандем. Доброе утро на Балатоне. Срач, не знаю, у нас, наверное, единственных такой, но не факт. А вот у озера Балатон вчера было 38 жары, сегодня как-то прохладненько, даже купаться не хочется. У нас там chill time, все сидим, разговариваем об жизни тех, кто обжегся. Все, мы въезжаем в эту унылую страну. Тут у нас погодка вообще пипец какая. После Монако, Ниццы, Миланов это просто жесть. Прошли пограничный контроль и отправляемся дальше. А можно поднимать уже звонки? Поднимай. Скажи что-нибудь. Что сказать? Пинск? Да. Пинск. Пинск-Варшава есть поезд. Вот поезд. Автобус, да. Самый лучший город Пинск, Пинск-столица. Столица Беларуси новая. Иностранец говорит. На видео у меня есть. Приезжайте в Пинск, я буду всем рад. У меня там есть где потусить, я вам покажу все места. Да. Это получше, чем ваше речество, чем ваш Минск. Ставьте лайки, у меня мой инстаграм v.urch или Вадим Яворович. Так. Ты меня пиаришь? Ты меня пропиаришь там? Конечно. Мы провожаем в Евротрип! Прощай, Вадим! Прощай! Прощай, мы будем тебя покажи свои тату, будем плакать. Ну все нормально, мы имеем. Давай, чук. Вадим пошел нахуй! Только так, поэтому еще раз, ребятки, вам огромное спасибо всем! Тебе спасибо! Там все нормальная тема, я хочу поблагодарить Серегу и Андрея, которые были, собственно, за рулем, когда мы спали, и вообще ночные переезды, все это очень-очень утомительно и тяжело. Вот, это... Нам еще ехать. Это заслуживает уважения.